Каждая девушка мечтает выйти замуж, иметь любящего мужа и крепкую, счастливую семью. Но в реальной жизни выйти замуж – это одно, а вот увидеть замужество в сновидении предвещает изменения в личной жизни. Но в какую сторону? Такой сон имеет достаточно двусмысленное толкование. Он может иметь как положительную, так и отрицательную трактовку. Рассмотрим подробнее, что может значить такой сон по сонникам Миллера, Ванги, Фрейда и Дере. Выйти замуж во сне по соннику Миллера. Миллер относительно увиденного во сне замужества утверждает, что выходить замуж в сновидении означает быть неудовлетворенной от недостатка внимания мужчин, когда девушке приснилось, что ее жених во время церемонии проходит мимо нее с укоризненным взглядом. Это может предвещать перемены в отношениях с ее друзьями в реальной жизни. Если девушка выходит замуж за мужчину преклонных лет, ее ожидают неприятности, иметь красивую прическу во время церемонии, к хорошим новостям и повышению на работе. Если вы во сне не выбираете кольцо, то будьте внимательны, вас могут ждать неудачи и обманы. Когда женщине снится, что она невеста, но находится в опечаленном виде, ее ждет разочарование в амурных делах. Если же уже замужней женщине приснилось, как она снова вышла замуж, то это свидетельствует об отказе от несерьезности, легкомыслии. Если девушка, будучи невестой в сновидении, с удовольствием надевает свадебный наряд, она получит наследство. Если же удовольствие, напротив, нет, ее ждут разочарования и страдания. Сонник Ванги, во сне выходить замуж. Когда снится другое, чужое венчание, такой сон рассматривается, как некая проверка чувств к своему партнеру. Видеть свое венчание во сне, быть не только законно крепко связанной с молодым человеком, с которым пройдете совместный путь, семейными узами, но и духовно скованной с ним. Когда же вам снится, что вы вышли замуж, вам, скорее всего, предстоит принятие сложного решения, которое поменяет в дальнейшем вашу жизнь. Выйти замуж, к чему снится по Хассе. Мисс Хасси считает, что сон о замужестве, женитьбе означает разное в зависимости от того, что конкретно снится. Если вы выдаете замуж либо жените кого-нибудь, вас ожидает счастливое будущее. Если сами выходите замуж, женитесь, вас ждет взаимная любовь. Если снится белое платье, в ближайшем будущем ожидайте брачный союз. Выйти замуж во сне по соннику Фрейда. Зигмунд Фрейд утверждает, что если вы выходите во сне замуж, то ощущаете недовольство личной жизнью. Если девушка хвастается свадебным платьем, значит, она довольна своим телом. Когда она рассматривает это платье в зеркале, значит, она стремится к самоудовлетворению. Если девушка в сновидении является невестой своего молодого человека, то ее вскоре ожидают изменения. Не исключено, что это будет налаживание контактов с человеком, с которым она пребывает в долгой ссоре. Во сне выходить замуж, сонник Цветкова. По соннику Цветкова, если замужняя женщина видит в сновидении, как повторно вышла замуж, ее вскоре ждут неприятные перемены, ее компетентность поставят под сомнение, с чем ей придется справиться самостоятельно. Если мужчине снится невеста, то его ждут длительные ожидания и перспективы в делах. Если девушке приснилось, что она невеста, то ее ждут разочарование и печаль. Выйти замуж, к чему снится по Лоффу. Психолог Дэвид Лоффев считает, что сон о замужестве может гласить, действительно ли является подходящим для вас это обязательство и насколько оно для вас важно. Когда вам снится, что процесс бракосочетания проходит успешно, то вы свой союз воспринимаете как надежный. Если же свадьба превращается в катастрофу, то вам следует пересмотреть обязательства, возлагаемые на вас.